Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я готовлю любимые в моей семье тефтели. И как я готовлю, хочу поделиться с вами. Все пропорции, ингредиенты у меня будут указаны под видео. Естественно, мне нужен фарш, я его уже приготовила, свинины и говядины, и добавила еще лук. Одну головку лука добавила. И для начала берем очищенные две картошки, картофелины. У меня здесь 400 грамм. И натираем на мелкой терке. К натертому картофелю натираем тоже на мелкой терке морковь. Натертый картофель и морковь оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут. Вот такой сок образовался. Мы берем, отжимаем этот сок руками и добавляем фаршу. Чайная ложка соли. Чайная ложка паприки. Перец черный молотый. Ну, по вкусу здесь я беру где-то мне с пол чайной ложечки. И 3 ложки подсолнечного масла. Все это хорошо вымешиваем. И формируем тефтели. Вот такие вот. Тефтели сформированы. Разогреваем сковороду. Наливаем растительное масло и несем их для обжаривания. В это время я делаю вот такую подливку. Сок я от моркови и картофеля не выливаю никуда. Добавляю сюда 2 столовые ложки томатной пасты. Две столовые ложки сметаны. Сметана любой жирности может быть. У меня 20% сметана. Добавила еще немного воды. Так, это грамм 300 должно быть. 300-400, смотрите. Немного по вкусу подсаливаем. Обжариваем с двух сторон по 2 минутки
Заливаем. Оставляем тушиться в течение 20 минут. Убавляем температуру. Прошло 20 минут. Тефтели сметано-томатной подливки протушились. Достала я их. Сейчас буду пробовать. Вот такие они, посмотрите. Ой, какие они мягенькие. Вот такие получились. А внутри с картофелем тефтели и с морковью. Сейчас попробуем. Ну, конечно же, вкусно. Я в этом не сомневалась. Потому что я уже их делаю, уже много лет так делаю. Муж это обожает. Не только муж, и я тоже, само собой. Пробуйте, делайте. Это ведь не сложно. Вкусно. Картофель, морковь и фарш. Просто, быстро. Всем огромное спасибо, что были со мной до конца. Всех ценю, уважаю, обнимаю. И всем до новых встреч. До свидания, мои дорогие.